Привет всем, друзья! Сегодня нахожусь на загородном участке, и дом обшивается имитацией бруса. Сегодня покажу, как это все дело происходит и что это такое. Сейчас зайду вовнутрь и уже увидим. Дом уже утеплялся пеной. Все удачно. Прихожка пока еще не обделывалась. Вот такая доска 6-метровая идет в упаковке. В упаковке 5 досок. По 5 досок, значит, 21 миллиметр. Она вообще-то идет для наружного применения, но заказчик как бы захотел изнутри, сам хозяин, сделать. Первый этаж выполнен вертикальный. Вот такой. Второй этаж сейчас поднимусь, посмотрим. Там уже доска идет горизонтально. Здесь можно наблюдать пена, как утеплялась. Здесь уже пароизоляция, материал. И здесь уже горизонтально доска лежит. Выглядит красиво, и уже после отделки такой доской не нужно будет никаких дальнейших действий делать, уже так красиво становится. Доска устанавливается вот на такие вот клямеры усиленные, в пачке 150 штук, такая пачка стоит, по-моему, 700 с чем-то рублей, сказал мне хозяин. Так, длину делаем. Вот. Размечаем. Или... У меня стена 35 градусов. Сейчас я буду резать 35 градусов. Вот эта линейка, здесь все абсолютно. И градусы, и сантиметры, и миллиметры, и дециметры. И все. Хорошая линейка. Без этой линейки дома не строятся, я так понимаю, да? Ну, я только одной линейкой построил. Так, 35 градусов. Вот отметили. Прочерчу. Вот. Вот он угол. И буду сейчас резать этот угол. Доска готова. Идем наверх ее уже устанавливать. Надо устанавливать, нам надо еще пароизоляцию поставить. Пароизоляцию надо. Сейчас поставим. Негде ставить. Меня все приносят. На неделю не оставляю. Устанавливаем пароизоляцию степлером.
Это так останется, да? А это внутри то же самое будет, порой изоляция. Ну, правильно, что их резать, да. Куски. Хочешь вещь, хочешь не вещь. Там еще вверх. Лишнюю пену, чтобы не мешалось. Удаляют, обрывают. Лишнее обрезали. Установка доски. Мастер в паз подгоняет. Сейчас возьмет молоток резиновый и загонит. Доска кривовата, немного повело. Так, сейчас я подержу, попросили. Устанавливаем на саморезы. Обычно устанавливают на гвозди, хозяин захотел на саморезы. Так, меряем уровень. Да, по уровню все. Мастера работают. Все ровно. Четко. Зашили мы угол. Вот так все красиво получается. Отделки никакой не нужно делать. Друзья, кому видео было интересно и полезно, обязательно оцените лайком. Те, кто еще не успел подписаться, обязательно подпишитесь. Впереди ждет очень много интересного. Всем удачи, пока!